В областной столице началось благоустройство сквера у памятника Михаилу Тверскому. На территории обновят газон, заменят тротуарную плитку, светильники и фонари, установят новые. Всего на обновление потратят более 9,5 миллионов рублей. На выполнение благоустройства отводится чуть более 4 месяцев. Работы должны быть выполнены до 1 января 2020 года. Гарантийный срок качества – 3 года. Памятник Михаилу Тверскому установили в Твери в мае 2008-го. Благоустройство сквера проводится по федеральной программе формирования комфортной городской среды.